Сейчас. Данил. Да, приходи сюда, тут Бадабумщик стримит. Да. Да, я твой трек прочитал. Какой-то... Вот. Иди сюда, не стесняйся. Привет! Я за Ладушки на самом деле. По-моему, это смешно вот сейчас, вот, да? Если это Данил Степанов увидит твой розовый колпак просто слетит, да. Ты понимаешь, что ты не с теми людьми Степан... разговариваешь. Парень, посмотри на мою эстетику. Виски сейчас давно бы там уже не мог. Это Данил Степанов. Понял? Да, сюда. Ты меня понял, я буду стоять за своего братишку. Братишка, это... Кстати, недавно был в зоопарке, и да, мне очень понравилось. Там такие же, как ты, вот обитают. Такие же... Ну, знаешь, люди от обезьян, а ты еще не эволюционировал, видно. Да. Давай, что? Я вот думаю, я так смотрю на твой портрет и думаю, может тебе перед боем кудри отрастить? А может просто, блин, ну ты фанат Ладушки, а как ты вот так лысый будешь ее исполнять? Надо кудри тебе бахнуть, чтобы ты был по-настоящему фанатом. Бадабумщик. Ты хочешь, чтобы у меня была мочалка или ёршик? Я не хочу ёршик на голове носить, зачем мне это? Я насчёт этого скажу только одно. Но это же лучше, чем отполированный шар для боулинга. Почему? Нет, лучше намного, конечно, лучше, практично, удобно. В принципе, я же часто играю в боулинг, и мне понадобится твоя голова, так что окей. Буду выбивать страх под песню Ладушки. Слушай, Дим Дырыч, ты, по-моему, кое-что забыл. Один моментик такой упустил. А кто мою тебе заливал то, что якобы Мияги там подтвердил то, что я там изменщик, что-то украл? Ну да. Да. Я с ним вышел. Это уже настоящий Мияги? Потому что ты говоришь, что он твой кореш. Ну давайте, залетайте ко мне в Телеграм и посмотрите, какой он кореш. Это фейковый, во-первых, Мияги. Я не знаю, кого ты собираешься обманывать, если это фейковый Мияги. Это фейк. Я знаю, что ты будешь оправдываться, малыш. Я знаю, что ты будешь оправдываться. Ой, в это даже никто не верит. Ты сам себя опять же просто закапываешь в яму все глубже. Какой Мияги, о чем ты? Ну, подожди, я не буду много говорить. Обезьянка моя, лысый пирожочек. Я не буду много говорить. Пусть ребята сами все рассудят по полочкам. По-моему, ребята и так все давно уже рассудили. Это у тебя там, наверное, проблемки кое-какие образовываются в голове. Я без хлеба не хочу. Знаешь, что тебе сказал бы Данил Степанов? Ты похуденький, наверное, 40 кг весишь. Братишка, пей воду. Берешь воду, баклажку воды. Ай, боже мой. На самом деле Степанов худой. В смысле? Твой Степанов худой. Кто ковбой? Я тебя вот так возьму одной рукой, буду поднимать, понимаешь? Ты слабачок просто. Да. Давай поджимайся. Ты готов отжаться? Ты готов отжаться 20 раз? Ты вот сможешь отжаться? Да. Сейчас, да. Чтобы все было видно. А сейчас отнимать. Будет отжиматься, девочки. Это твои кухни. Это знаете, когда Дим ходит, слышно звук из Майнкрафта, как он костями трясет. Давай. Попасляняешь. Все. Давай, сейчас отожмусь. Давай. Смотрите. Пишите в комментах, кто лучше отжался. О, сейчас будет отжиматься. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ого, вот это они тут отжимаются. Обидно. 20. Ой, с хлопками. Ну что, малыш? О, блин. Ну что ты, как твоя подготовочка, а? Что-то хромает, я вижу на самом. Ой-ой-ой. Так, пахни Диор, я искал тебя вечно. Пердишом. Я делаю вдох, так пахнет пердишом. Это Дим, Димыч. А
я-то думал, ты, короче, будешь дружелюбным, там, типа, признаешь уважение, а ты, оказывается, такой же злой, как и был. Все с тобой понятно. Дымдырыч, вообще-то все подписчики знают, что я тебя люблю, ты что, мой... Что ты лагаешь? Дымдырыч, что с тобой? Ты что сказал? Ты упал? Ты что сказал?